Конечно, мне кажется, должно быть что-то за пределами театра, потому что откуда-то нужно черпать какие-то впечатления, вдохновения. Мне кажется, одно должно дополнять другое. Хотя, конечно, в данный момент, когда я готовлю 4 разных партии, там, езжу танцевать еще как гости где-то, конечно, не хватает времени практически ни на что, но это, наверное, то, чего я хотела. Я всегда хотела танцевать хореографию разных хореографов, танцевать на разных сценах мира, и на данный момент я очень счастлива. Мне всегда нравилось, как танцуют на Западе. Может быть, конечно, в России очень красивый верх, красивые руки, свободный верх, танцевальный верх. Но мне всегда хотелось научиться вот этим говорящим ногам или говорящим стопам, как у нас в балете есть термин, да, вот этим вкусным стопам, вкусным ногам. Мне хотелось понять, как они это делают. И я поняла, что сколько не смотри видео, сколько не пытайся повторить, конечно, все это я делала уже, еще будучи в России, танцую в русской труппе, но именно научиться этому можно только, когда ты попадаешь в эту среду, смотришь на людей вокруг тебя, которые это уже умеют. И, конечно, нелегко переучиться, скажем так, но мне всегда нравилось, что у меня есть русская база. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, что на нее можно наложить практически все, а вот обратно не всегда. Еще Вена для меня ассоциируется, конечно, с моим педагогом, потому что это был тот город, где я встретила своего педагога Бригитты Штадлер, которая была до этого прима-балерина в Венской опере и танцевала с Рудольфом Нуреевым, с Питером Шауфусом, с Владимиром Малаховым, с Мануэлем Легри, с Шальжудом и многими, Мухамедовым, многими-многими другими танцовщиками, звездами, работала тоже с великими хореографами, и даже с Юрием Ивановичем Григоровичем, танцевала «Щелкунчик», с ним лично работала, с Виноградовым. И если ты доверяешь педагогу абсолютно, то, мне кажется, это видно на сцене. Для меня важно танцевать разные версии, потому что на каждой версии даже одного и того же балета танцуешь одну и ту же версию, как штамп для меня на заводе, на фабрике. А когда танцуешь разные версии, от каждой версии ты чему-то учишься, ты становишься еще для своей партии, еще что-то находишь, еще в чем-то растешь. И конкретно вот этот фестиваль, ну, конечно, для меня приехать домой, танцевать в родном городе, где я выросла, как танцевать дома. Это вообще что-то особенное, и мне бы хотелось, конечно, чаще танцевать в России, потому что в Европе я танцую сейчас достаточно часто. Но когда ты честно работаешь перед спектаклем, и ты действительно вкладываешь, делаешь все, что ты можешь, вкладываешь, отрабатываешь, то, в принципе, спектакль — это как наконец-то нужно не работать, не отрабатывать, наконец-то можно станцевать. Уже на сцене, уже намного легче, ты уже не волнуешься, но вот этот период до того, как выйти на сцену, надо настроиться, чтобы что-то отдать. Конечно, я не могу перед спектаклем там ходить, то есть я веду себя абсолютно нормально и адекватно, я там и говорю, и улыбаюсь, но что-то в себе надо сохранить, чтобы потом что-то отдать. Я верю, что вначале надо что-то в себе как-то сохранить. То есть какое-то, конечно, напряжение, какое-то мне нужно обдумать, какие-то даже технические вещи. Их иногда полезно просто в голове прокрутить несколько раз, продумать.
для того, чтобы уже на сцене об этом не думать. Вот. Ну, то есть, конечно, этот процесс, он занимает какой-то, отнимает у тебя нервы, силы. То есть перед спектаклем это всегда так волнительно, но это такое, не должно быть такой, так, стресса не должно быть. Стресс, конечно, он и высасывает, и силы, и энергии. Иногда вот, там, бывало раньше, когда была совсем молодая, какие-то простые вещи, а ты устаешь просто, как будто ты станцевала два балета. Это стресс. И вот этого, конечно, уже я думаю, практически от этого избавилась, уже этого нету. А волнение, конечно, есть и концентрация перед спектаклем.